Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. В рамках 29-й Всемирной зимней универсиады прошла церемония открытия студенческих игр. На время проведения игр 5 континентов, 5 сплетенных колец на просторах белоснежного горизонта превратились в планету спорта, молодости и новых побед. Церемония открытия – обязательное официальное мероприятие студенческих игр. Она прошла в многофункциональном спортивно-зрелищном комплексе «Платинум-Арена Красноярск» 2 марта. Начало было назначено на символичное время – 20:19. Режиссером церемонии открытия выступил известный российский фигурист, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, продюсер ледовых шоу, посол зимней универсиады 2019-го Илья Авербух. Шоу представило собой красочное повествование об истории Енисейской Сибири и России, ее культурных традициях во всем их многообразии. Более 1000 артистов были задействованы в церемонии открытия. В основу церемонии легла легенда о богатыре Енисее и непокорной дочери Байкала Ангаре, где голос Енисея-сказителя пробуждал образы древних шаманов, тотемных зверей и птиц. Нити прошлого переплелись с нитями настоящего, создав уникальное полотно культуры и быта Сибири. Главная героиня окунается в мир русских красавиц – полотен Василия Ивановича Сурикова. Сюжет легендарной картины «Взятие снежного городка» оживает на глазах у зрителей. Яркие краски, задорные скоморохи, блины, пляски и молодецкие игры – все это погрузило в атмосферу Масленицы, праздника, который совпал с проведением универсиады. Не обошлось и без валенок, неизменного атрибута суровой сибирской зимы. Песня «Валенки» в исполнении певицы Нюши получила новое современное звучание, которое запомнится многим. Неотъемлемой частью программы стал парад спортсменов, представляющих свои страны. Российские спортсмены замыкали парад, представив самую большую по численности команду. Владимир Путин поприветствовал спортсменов, тренеров и гостей универсиады, отметив, что проведение студенческих игр связано не только с развитием зимних видов спорта. Главная цель – объединить молодых атлетов из разных стран мира под флагом взаимного уважения, дружбы и честной борьбы. И объявив об открытии 29-й Всемирной зимней универсиады. Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в Россию! Сегодня в Красноярск, на берега нашей великой сибирской реки Енисей, пришел всемирный праздник студенческого спорта. Праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы. Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут свое мастерство, силу, скорость, выносливость и, конечно, волю к победе, твердый характер и уважение к сопернику. Уверен, что каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь. Подарят только самые радостные, добрые впечатления и обязательно войдут в историю мирового спорта яркой страницы. Именно такими стали и летняя универсиада в Казани, игры в Сочи, чемпионат мира по футболу, все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия. И провела их не просто на достойном, а на высочайшем уровне. Своих гостей мы всегда встречаем по-русски радушно, с традиционным российским гостеприимством, с открытым сердцем. И искренне благодарны вам, спортсменам, тренерским штабам и федерациям, за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям.
Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, убедительных, красивых, ярких побед. Объявляю 29-ю Всемирную зимнюю универсиаду открытой! Совет Госдумы на внеочередном заседании сегодня рассмотрел законопроект о повышении пенсии сверх прожиточного минимума, который разработан в рамках реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил журналистам председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Законопроект о доплатах к пенсиям ранее внесло правительство России. Речь в нем идет о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. При расчете материального обеспечения пенсионеров не будут учитывать индексацию пенсии и ежемесячных выплат, что позволит обеспечить доход пенсионера свыше прожиточного минимума. При этом предстоит доплатить неработающим пенсионерам средства, которые они не получили в 2019 году. Эти нормы закона будут иметь обратную силу действия и вступят в силу с 1 января 2019 года. Госдума собирается рассмотреть его в приоритетном порядке, сообщил спикер Государственной Думы. Проект, по его словам, направлен в профильный комитет. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 79 копеек, евро 74 рубля 74 копейки. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. Праздник уже на носу, а цветы уже на витрине. Магазин «Калибри». Дарите любовь красиво. 8-913-340-40-90. Любимый расстроил вас подарком? Знатные меха исправят положение. Приходи на ярмарку знатных мехов и получи в подарок скидку до 30% на весь ассортимент. С 4 по 10 марта на втором этаже ТЦ «Меридиан», город Кызыл. Тотальная распродажа. Только 200 норковых шуб по цене 79 тысяч рублей. С 28 февраля по 10 марта. Сум, цокольный этаж. В воскресенье 3 марта в Тандинском районе Тувы 24-летний местный житель застрелил на охоте знакомого, приняв его за зверя. Инцидент произошел около 19 часов. Двое мужчин прибыли поохотиться в местечко Чедипаш села Марачевка Тандинского района, после чего разошлись в разные стороны. Через некоторое время один из мужчин произвел прицельный выстрел из ружья по неясно видимой цели, приняв ее за животное. Но этой целью оказался человек. Следственным комитетом региона по данному факту возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения, ему предъявлено обвинение. Республика Тыва присоединилась к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В минувшие дни Тыва присоединилась ко всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициируемой Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Акция проводится Рособорнадзором уже третий год. Впервые она состоялась в 2017 году, когда стали внедрять новые технологии проведения экзамена. Республика Тыва ежегодно поддерживает данную акцию. В 2019 году в рамках акции во всех муниципалитетах республики на базе пунктов проведения экзамена прошел пробный ЕГЭ. Родители выпускников 11 классов проявили большой интерес к данному мероприятию. Родителей, желающих принять участие, оказаться на месте детей и пройти этапы экзамена, оказалось более 600. Все участники акции остались довольны своими учебными результатами. По окончании пробного экзамена была организована пресс-конференция. Родители смогли задать вопросы напрямую заместителю министра образования
образования и науки Тувы Елене Хардиковой, директору Института оценки качества образования Республики Сагунолу Кыргыз и руководителю регионального центра обработки информации Ирине Сарагашевой. В Москве завершился третий всероссийский фестиваль национального костюма и таланта «Моя Родина». Младший состав театра моды и танца «Онкум» победил сразу в двух номинациях – «Театр моды» и «Хореография», руководителем которого является Андрей Неверицкий, хореограф-постановщик Алена Дангурол. Председатель жюри фестиваля, народная артистка России Наталья Баннова высоко оценила выступление ребят. «Я вышла за рамки протокола и поставила им 20 баллов из 10 возможных – за многообразие стилей и жанров в одной коллекции, за радугу жизни. Предложила много современных проектов, и пускай это звучит громко, но я буду их опекать», — отметила она. В финал вышли также представители Москвы, Подмосковья, Башкортостана, Осетии, Чувашии, Карелии, Новосибирской и Нижегородской областей. После конкурсных дней ребятам была организована увлекательная экскурсия по городу, а также во Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Отметим, что организатором фестиваля является Центр гражданских инициатив «Право на жизнь». До главного праздника весны остались считанные дни. Да, не секрет, подготовка к 8 марта – дело хлопотное. Выбрать подарок, объехать полгорода и уложиться в бюджет. Однако сэкономить время, деньги и выбрать гарантированно полезный подарок можно. Все, что нужно – посетить дискаунтер бытовой техники «Ценалом». Мы знаем, все девушки разные, поэтому и презенты им выбирают тоже под стать. «Ценалом» может стать отличным помощником в выборе различных подарков по приятным ценам. «Ценалом» месяца – это выгодные цены и интересное предложение каждый месяц на технику и товары для экономии вашего бюджета. Для наших постоянных покупателей есть хорошая возможность экономить на каждой покупке и даже получить дополнительную скидку с нашими клубными картами. Дарите своим любимым женщинам приятные подарки на 8 марта. Сейчас самый удачный период для покупки. Модницы вы найдете в отделе товаров красоты и здоровья. Блоки с щадящими режимами, фены или утюжки. Для заботливой домохозяйки здесь также настоящий рай бытовых помощников. Блендеры, мультиварки, комбайны, а также большой выбор разнообразной посуды, среди которых и товары премиум-класса бренда «Лара». Радуйте своих любимых женщин приятными подарками на 8 марта. Не упустите возможность купить все самое необходимое в одном месте для себя и своих близких. «Ценалом», Интернациональная, 112. По республике переменная облачность, без осадков, ветер западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 17, минус 19 градусов, днем 0, минус 2. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.